Всем привет! Вы на канале Ольги Лукошкиной, и сегодня я хочу показать вам, как вязать такого зайчика в морковке. Для вязания нам потребуется пряжа Янар джинс, серая или белая для зайчика, и для морковки зеленая и оранжевая, наполнитель и крючок 2 мм. Начинаем вязать с головы. Голова и тело у нас цельное. Делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И затягиваем кольцо. Это первый ряд. Второй ряд мы делаем 6 прибавок. Прибавка в каждый столбик. Раз прибавка. Два. Три. Четыре, пять и шесть. Третий ряд мы вяжем тоже 6 прибавок. Таким образом, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида. Повторяем 6 раз. У нас получается 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Раз, два, прибавка, раз, два, прибавка. У нас получилось 24 столбика без накида. Пятый ряд мы вяжем с 5 по 8 ряд, то есть 4 ряда мы вяжем без изменений. По кругу 24 столбика без накида. Мы связали 4 ряда без изменений по 24 столбика без накида. Девятый ряд мы вяжем убавки. Таким образом, 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. Два столбика без накида. Убавка. Мы сделали 6 убавок, и у нас осталось 18 столбиков без накида. Следующий 10-й ряд мы делаем тоже 6 убавок, убавка, столбик без накида. Повторяем 6 раз.
Мы сделали 6 убавок, у нас осталось 12 столбиков без накида. И 11 ряд мы делаем 3 убавки. Вяжем 2 столбика без накида. Убавка, повторяем 3 раза. Два столбика без накида и убавка. У нас осталось 9 столбиков без накида. Теперь можно немного наполнить, чтобы было удобнее вязать. Двенадцатый ряд мы начинаем делать прибавки снова. Вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. Повторяем 3 раза. Снова 2 столбика без накида. Прибавка. У нас получается 12 столбиков без накида. 13 ряд мы вяжем. Прибавка, столбик без накида. Повторяем 6 раз. Прибавка, столбик без накида. Снова прибавка, столбик без накида. У нас получилось 18 столбиков без накида. Следующий 14 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков без накида. Мы связали 14 ряд без изменений. Теперь можно плотно набить, наполнить голову наполнителем. Дальше продолжаем вязать тело. 15 ряд мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, прибавка. Мы связали 6 прибавок, и у нас получилось 24 столбика без накида. Теперь с 16 по 20 ряд, то есть 5 рядов, мы вяжем без изменений по кругу 24 столбика без накида. Мы связали 5 рядов без изменений по 24 столбика без накида. И 21 ряд мы вяжем убавки. 2 столбика без накида.
Убавка. Повторяем 6 раз. Два столбика без накида. Убавка. Мы связали 6 убавок, у нас осталось 18 столбиков без накида. Следующий 22 ряд мы вяжем убавка, столбик без накида, повторяем 6 раз. Убавка, столбик без накида. Убавка, столбик без накида. У нас осталось 12 столбиков без накида. Теперь можно наполнить наполнителем тело. И последний ряд мы делаем 6 убавок. Одна убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Оставляем немножечко нити и отрезаем. Теперь нам нужно стянуть последние 6 оставшихся петель, стягиваем петли, вводя иглу за переднюю стенку петли. Один, два, три, четыре. 5, 6. Стягиваем, вводим иглу посередине отверстия и выводим где-то в стороне, чтобы затянуть. Вот такое дело у нас получается. Для того, чтобы подчеркнуть линию перехода шеи и головы, я делаю небольшие утяжки. Это не обязательно делать. Я делаю утяжку между 10 и 11 рядом от начала вязания головы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот между этими рядами. По кругу можно не каждый столбик. Подтягиваем немножко кверху.
Вот так у нас получается небольшая разница между шеей и головой, чтобы оно не сливалось. Теперь ниточку можно обрезать. Смотрите, насколько видна разница, когда вяжешь одной и той же пряжей, но разными крючками. Этот зайка 2,25 мм крючок, а этот 2. Сразу отличается в размерах. Следующее мы вяжем руки. Делаем кольцо амигуруми. И вяжем в него 6 столбиков без накида. Два, три, четыре, пять, шесть. И еще 6 рядов по 6 столбиков без накида. Мы связали со второго по седьмой ряд, то есть 6 рядов по 6 столбиков без накида. Теперь нить обрезать, оставив для пришивания. Немного наполнить наполнителем. И 6 столбиков этих стянуть. Вводя иглу за переднюю стенку петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стянуть. Ввести иглу в серединке и вывести между последним и предпоследним рядом. Вторую руку связать также. Теперь мы вяжем ноги. Снова делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем кольцо. Второй ряд мы вяжем. Одна прибавка. Раз, два. И еще 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получилось 7 столбиков без накида. Дальше 6 рядов. То есть 3, 4, 5, 6, 7, 8 ряд
мы вяжем без изменений по кругу 7 столбиков без накида. Мы связали 6 рядов без изменений. Нить можно отрезать, оставить немножко для пришивания. Наполнить наполнителем. Теперь закрываем это отверстие. Вводим иглу за переднюю стенку петли каждого столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Затягиваем, вводим иглу в это отверстие и выводим между последним и предпоследним рядом и хорошенько затягиваем. Вторую ногу вяжем также. Теперь вяжем хвост, делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо и второй ряд мы вяжем одна прибавка, два столбика без накида, раз, два, снова прибавка, два столбика без накида, раз, два. И соединительный столбик в первый столбик без накида. Нить отрезать, оставив для пришивания. Теперь вяжем уши. Для этого делаем петельку и набираем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во вторую от крючка петлю вяжем столбик без накида и продолжаем вязать до конца столбиками без накида. Это был раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Воздушная петля, поворачиваем и вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. И на второй стороне тоже вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре,
5, 6 и 7. Нить отрезать, оставив для пришивания. Такое ушко получается. Второе ухо вяжем также. Это конец первой части, где мы связали все необходимые детали для зайчика. И в следующем видео мы будем их пришивать, оформлять и вязать кармашек-морковку для зайчика.